Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области составляют списки критичных для работы предприятий сотрудников. Это делают на случай объявления дополнительной мобилизации. Переговоры насчет создания такого списка провела с областной властью Вятская торгово-промышленная палата, сообщается в ее телеграм-канале. Суть переговоров в том, чтобы предприятия региона могли определить перечень ключевых для сохранения производственных циклов сотрудников и подать списки в правительство. В случае дополнительной мобилизации призывные комиссии и органы власти могли бы принимать во внимание эти списки, отметили в палате. Информацию о том, куда можно направлять предложения по своим сотрудникам, можно посмотреть на сайте нашей радиостанции в разделе «Новости». Экономика. В Кировской области станет еще больше министров. Губернатор Александр Соколов утвердил новую структуру органов исполнительной власти. Указ об этом был подписан 11 октября. По сравнению с предыдущей структурой, в этой будет на два министерства, а значит и на два чиновника, занимающих руководящий пост, больше. Это происходит за счет разделения двух министерств. Ранее были образованы Министерство молодежной политики и Министерство спорта и туризма. А судя по новым указу, появляются также Министерство строительства и Министерство энергетики и ЖКХ, которые также были образованы из одного. Других изменений в структуре власти не обозначено. В эфире «Экономика». Каждый пятый житель Кирова считает его лучшим городом для карьеры. Специалисты сервиса «Суперджоп» провели опросы, касающиеся оценки карьерных перспектив в родном городе. Практически во всех мегаполисах оценки за год снизились. И лишь в четырех городах выросли. Киров оказался в их числе. Также это Набережные Челны, Ярославль и Владивосток. Киров назвали лучшим городом для карьеры 20% представителей экономически активного населения. 56% горожан считают, наоборот, 24% затруднились с ответом. Год назад только 17 респондентов считали город лучшим для построения карьеры. В Москве 2 из 3 жителей считают, что им лучше всего строить карьеру именно там. А в Санкт-Петербурге каждый второй. На третьем месте Казань. А вот в Омске, например, лишь каждый 10-й житель видит явные возможности роста для себя. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 63 рубля 68 копеек, евро 62,35. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».